тут и мы в эфире надеюсь меня хорошо слышно а -а -а. так сейчас подождем пока все соберутся и начнем нашу презентацию сегодня мы будем учиться описывать внешность на итальянском я сейчас объясню все по-русски потом буду переходить на итальянский. Но будет также перевод на русский язык, поэтому не волнуйтесь. Даже если вы только начинаете изучать итальянский язык, вы все поймете, потому что будет перевод. Окей, okay, надеюсь, меня хорошо слышно. Давайте будем приступать. Наша с вами сегодняшняя тема, это la discrezione dell'aspetto fisico. L'aspetto fisico или l'aspetto, это внешний вид или внешность человека. И мы будем учиться описывать, descrivere, или la discrezione, это как раз описание. Будем учиться, как же строить описание внешности на итальянском языке. В русском мы говорим Uh, у меня что-то там, например, у меня uh, зеленые глаза или у нее темные волосы. А в итальянском языке мы используем глагол avere или verbo avere. То есть я имею, например, зеленые глаза или он имеет светлую кожу и так далее. Всем бонжорно или бонасейра. Уже, скорее всего, бонасейра. А, спасибо, что присоединились. Так, на чем я остановилась? А, когда мы описываем человека, мы обычно используем глагол avere, то есть иметь. Я имею что-то или она имеет что-то. И вы видите этот глагол у себя на экране. Io, o, я имею, ту, ай, ты имеешь. Луй или Лей А, он или она имеет, ной abbiamo, мы имеем, вой avete, вы имеете, или лору анну, они имеют. Это так, чтобы повторить еще раз глагол иметь, он нам нужен всегда. Давайте посмотрим. Мы сегодня остановимся именно на лице тело мы будем описывать в другой раз, телосложение и так далее. Но сегодня мы с вами остановимся на лице, на волосах. Поверьте, будет очень много всего интересного. Надеюсь, мы все успеем. Примерно будет длиться 50 минут презентация. Если не успеем, то проведем следующую часть, вторую часть, в другой раз. И давайте начнем с волос и капелли, да, не путать с существительным и капелли. Если вот здесь у нас одна буква П, капелли, то есть это волосы, а если бы было две П, это у нас шляпы, капелли. Поэтому не путать, и капелли. Какие у нас могут быть волосы? Давайте посмотрим на самые такие основные прилагательные. Например, могут быть и лищи, и лищи могут быть прямые волосы лищи, или и капелли ондулати, ондулати волнистые. Кстати, не сказала вам, берите тетрадь, ручку и записывайте, потому что будет очень много полезных слов. Ондулато это волнистый. Походит он от слова онда. Лонда – это волна, поэтому и волнистые. Ондулати – волнистые волосы. Онда, лонда – это волна. И еще у нас бывают и капелли ричи, да, это кучерявые ричи. Или риччо, это кудряшка, кучеряшка. А и капелли ричи – это кучерявые волосы. Еще могут быть, конечно же, и капелли корти. Корти. Вы знаете, существительное корто. Это значит короткий. И капелли корти. Короткие волосы. Ли уомини ди солито анно и капелли корти. У мужчин обычно короткие волосы. Да? Следующее прилагательное. Лунги. Лунги во множественном числе, то есть длинные и кабели лунги длинные волосы, а в единственном числе лунго лунго длинные волосы. Вы уже заметили, что э, прилагательное становится после существительного, да? Если мы скажем в русском языке наоборот, мы сначала скажем прилагательное, а потом существительное длинные волосы в итальянском мы скажем наоборот. Волосы длинные и капели лунги. Или волосы короткие и капели корти и так далее. То есть перелагательное мы уносим в самый конец, после существительного. И еще у нас бывают и капели фольти. Фольти, то есть густые. Фольто это густой и капели фольти. Густые. Давайте быстро пройдемся по цветам. Il colore. Okay. Esistono i capelli bianchi, per esempio. I capelli bianchi, то есть белые волосы. Не блондинистые, а именно белые. Может, как у альбиносов, или именно покрашены в белый, в белый цвет. Или седые, настолько седые, что белые. I capelli bianchi. Esistono anche i capelli chiari. Опуре и капели бьонди, То есть существительное «chiari» или «chiaro» в единственном числе, значит «светлый». «Chiaro» – «и капелли chiari» – «светлые волосы». Или «и бьонди, – «блондинистые волосы». Ну, это как синоним «светлых». «И капели бьонди. Окей. «Анки и капелли росси». То есть не красные волосы, а рыжие волосы. И капелли росси. Рыжие волосы. Потом у нас есть и капелли кастани. Кастани очень похожи на, на русский язык. Каш, каштановые волосы. И потом есть и капелли скури. Опуре и капелли нери. Прилагательное скуро переводится как темный. То есть и капелли скури, темные волосы а и капели нери – черные волосы. Ну, это можно тоже сказать, что синонимы. Также существуют и капелли гриджи, то есть седые или серые. И капели бритцолати, вот интересное прилагательное, запишите себе. Бритцолати, это значит с I capelli brizzolati sono un po' bianchi, un po' grigi e un po' neri. I capelli brizzolati. Quindi, non si può vedere, non si può vedere, non si come questo signore, lui ha i capelli brizzolati. Quindi, univo vuole essere spruzzato. Non si può vedere la sveta. E poi esiste anche. Единственное и capelli тинти окрашенные. Прилагательное tinto в единственном числе tinto. Значит, значит, окрашенный, покрашенный tinto. Это может быть даже, э, не знаю, вы перекрашиваете футболку или вы кра красите стол или вы красите волосы. Тинто. Э, и тинти Давайте скажем какой-то пример. Guardate queste due ragazze. Посмотрите на вот этих двух девушек. Quella ha... Questa ragazza ha... A sinistra ha i capelli lisci, da, un mio primo i lei ha i capelli lisci, lunghi, folti e tinti di Viola. Lei ha i capelli lisci, lunghi, folti e tinti di viola. U n'èo priemie, dlinnie, lunghi, gustie, folti, e accrascene v'fioletovoi cvet, volasi, e i capelli tinti di viola, ili, naprimer, accrascene v'crasni cvet i capelli tinti di rosso. Ok, nota premier. Poi qui, questa ragazza qui ha i capelli ricci, cucirave, corti, carocchie, folti, gustie e neri. Lei ha i capelli ricci corti, folti e neri, da? Uno cucirava è corti, gustie e giorni, volose. Ok? A ah, questo ab, ab signore, abbiamo già detto, che ha volose con prosidio. Lui, questo signore, ha i capelli brizzolati con prosidio. Ok? Andiamo avanti, давайте продолжим. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в, спрашивайте в чате. Окей. Okay. Дальше поговорим о форме лица. La forma del viso. Il viso – это как раз у нас лицо. Il viso. Есть еще один синоним. Их несколько. Есть слово la faccia. No, è un'opzione più conversazionale, ma noi utilizzeremo il termine viso, lizzo", la forma del viso. Che forme ci sono? Ok, qui vediamo sei forme principali. Qui vediamo sei forme principali. la prima è il viso ovale, la forma ovale. Tutto è molto chiaro. da ovale, è avallne aval, il viso ovale. Poi abbiamo li, il viso quadrato. Quadrato. È quadrato, quadrat. è so, il viso quadrato. Il prossimo è il viso rotondo, il viso rotondo. Questo, questa forma si chiama il cerchio è crook unas tu si il il viso rotondo ok e la prossima forma del viso si chiama il viso allungato allungato veznete per il ragazzo, né, lungo lungo eta znacce cioè, linea il viso allungato Это значит удлиненное лицо. Или его еще называют прямоугольным или удлиненным. Il визу аллунгату. Удлиненное лицо, так скажем, удлиненная форма. Il визу аллунгату. И есть еще глагол Allungare. Удлинять. Это так. Следующее. Окей, просимо. Типа дивизо. Il viso а a... cuore. Si capisce, questo è un cuore, è la forma del viso a cuore. Oltre, a volte lo chiamano il viso triangolare, cioè triangolare, il, il viso a cuore. Ok, e l'ultima forma del viso si chiama il viso a diamante. Лицо в форме диаманта или ромбовидное или а диаманте. Окей. И, конечно же, когда мы хотим сказать, что у кого-то имеется такая форма лица, мы опять же используем глагол авере иметь. Я имею вот такое вот лицо, или он имеет вот такое вот лицо. Давайте посмотрим. Какой-то пример. Ok. Qui abbiamo le attrici molto famose. E vediamo adesso, vediamo un po' quale forma del viso hanno queste attrici. Давайте посмотрим какое, э, какую форму лица имеют эти знаменитые актрисы. Давайте начнём с первой. С Emma Watson. Emma Watson. А Эльвизу, то есть у Эммы Уотсон какое имеется лицо, какое у нее лицо. И давайте посмотрим здесь справа примеры. Овале, ротондо, квадрато, аллунгато, а коре, опуре, а диаманте. Вы можете писать в комментариях, как вы думаете. Ставьте 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как вы думаете, какое che è una formalità questo qui per esempio secondo me può moimo emma watson ha il viso rotondo no emma watson ha il viso ovale vero uemo watson valne emma watson ha il viso ovale Ok. E la prossima attrice si chiama Angelina Giulida. La <ride> prossima sì, è una sectrice Angelina Giulida. Qual è la sua forma di vita? Come facciamo un po' in italiano? Angelina Giolida ha il viso quale? Qual è la sua forma di Angelina Giolida ha il viso a cuore o Angelina Jolie ha la forma di un triangolare nel Secondo me no. Secondo me, <laughs> Secondo, no Secondo me Angelina Jolie ha il viso quadrato. Secondo voi? No? è poi muoviamo. Secondo me Angelina Jolie ha il viso quadrato perché lei ha questa mascella, mascella e la niggna celius, ha ah, la mascella pronunciata, cioè, una, Per questo lei ha il viso quadrato. Poi, ci, segueci, date per Scarlett Johansson ha il viso, che tipo di viso ha? Scarlett Johansson, secondo voi, ha il viso rotondo? Ok. Um, Scarlett Johansson, secondo me, ha il viso ha cuore, ha cuore. a cuore. A cuore. Ricordate? A cuore è la, diciamo, forma. Sierze. Secondo me Scarlett Johansson ha il viso a cuore, Formi Sierza. Ok, e l'ultima attrice si chiama Sara Jessica Parker. Sara Jessica Parker ha il viso quadrato, mm, non credo. Secondo me Sara Jessica Parker ha il viso allungato. Allungato. Давайте вернемся, посмотрим. Allungato. это значит вытянутая форма лица, да? От прилагательного lungo, длинный. Allungato, удлиненный, вытянутый. Сара Джессика Паркер, а Эльвизу Аллунгато. Окей, записали? Отлично. Будем продолжать дальше. Ok. Il prossimo sostantivo è la pelle e la carnagione. La pelle è la cosa, la pelle, di la, la pelle, Ma noi oggi <gresso> nostra nostra e la pelle, la la pelle, la который часто встречается в книгах. И значит, это цвет лица или цвет кожи. La carnagione. Какая может быть кожа у людей? Давайте посмотрим на, суще... на предлагательные. La pelle. Come può essere la nostra pelle? Какой она может быть? La pelle può essere. La pelle кожа может быть настолько настолько светлое, что молочное, то есть похожее на молоко. Молоко в итальянском il latte, да, вы, наверное, знаете. И прилагательное молочный как раз и будет latteo. А la pelle, так как это женский род, la pelle. прилагательное же тоже в женском роде. La pelle, lattea. La pelle latte. Кожа молочная. Okay. Здесь молочная, а не молочный. La pelle può essere anche pallida. Кожа может быть еще бледной. Да? Pallido. Это значит бледный. Но это не совсем такой хороший э -э смысл несет обычно, если это как бы болезненный, да, э, слишком бледный, э, болезненный, поэтому бледный. La pelle può essere pallida, perché qualcuno, per esempio, è es malato. Может быть, кожа бледная, когда кто-то болеет, например. Ну, или не обязательно. Quando qualcuno è spaventato, когда кто-то испугался, тоже может быть бледный. Pallido, бледный. Dalsce, la pelle può essere chiara. Daci, cosa? Można być zwietlaya. Ili oceano zwietle. Molto chiara. La pelle è molto chiara. Dalsce, una si inserisne prelegatina. Olivastra. La pelle olivastra. Alifka vai La pelle olivastra. E to od słowa oliva, da да? Alifka. оливастра, такая оливковая или можно сказать лаккарнаджоне оливастра, цвет лица или цвет кожи оливковый. Дальше летом, конечно же, какая может быть у людей кожа загоревшая, да или загорелая. La pelle abbronzata, la pelle può загоревшая кожа. Ed infine... E, наконец, okay. какая еще может быть кожа? Кожа может быть темная, или очень темная. La pelle può essere scura, темная, oppure molto scura, очень темная. Ok. E давайте uh, посмотрим на примеры, vediamo questi due esempi. La bambina a destra ha destra, a la pelle molto chiara. quasi lattea. Девочка справа имеет, так скажем, в итальянском мы скажем, имеет очень светлую кожу, почти молочную. La bambina alla pelle quasi lattea. Почти молочную. Окей. Okay. E la bambina a sinistra è di carnagione scura. И e девочка Слева, у девочки слева, слева, темный цвет лица или темный цвет кожи. Okay. Когда мы говорим слово карнаджоны существительное карнаджоны, мы ставим вот в этом случае глагол эссере. То есть, если я хочу сказать, что у меня светлый цвет кожи или светлый цвет лица, то есть у меня светлый цвет цвет лица, я скажу Sono di carnagione chiara. То есть здесь мы ставим, в начале мы ставим глагол essere. Sono di carnagione chiara. У меня светлый uh, цвет лица или светлый цвет кожи. Или я могу сказать о la pelle chiara. Я имею светлую кожу. О la pelle chiara. Или Sono di carnagione chiara. Che Andiamo vediamo. I segni particolari, per gli studi, è molto interessante. Use dai. Sto nascendo le lentiggini. Le lentiggini sono questi puntini piccoli, queste tocci, te ne viene le lentiggini. Ok, E questa ragazza a destra ha tantissime lentiggini. Un mio oceano è pieno di lentiggini. Tu sei una palma di snuschek. Un mio di snuschek. È piena di lentiggini. Есть, e sono, è anche vero che non è per gli altri, ma per come il brufolo. I brufoli. Purisci, i brufoli. Lei ha anche un piccolo brufolo. E eh, vabbè. Poi esiste la cicatrice, cicatrice, shram, la cicatrice. Non tutt'inuca vuolniet. Avete una cicatrice, voi, 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 shram. Chiedus'e i punti neri. слово il punto как раз и значит точка. Даже когда мы пишем, ставим точку, это il punto. И пункты точки. И пункты нери черные точки. Alcune persone hanno и punti neri sul naso". Некоторые люди имеют черные точки на носу. То есть у них есть черные точки. Следующее. Il neo. Или в множественном e nei, rodinke, rodinke, ok, alcune persone hanno tanti nei, u niekotrach ljudiei jest mnoga rodinak, neo, nei. Sledesce, ok, La pros il prossimo segno particolare è molto carino, sledesce, отличitilna certa, ush, oceń, milaja, le fosette, sulle guance. Yamochki na shikakh. Questa ragazza a destra ha le fossette sulle guance quando sorride. Вот эти девочки есть, девушки есть ямочки на щеках, когда она улыбается. Как раз слово la fossa. La fossa, это значит яма, а la fossetta ямочка, маленькая яма le facette ямочки le facette sulle guance ямочки на щеках Так же самое в итальянском говорится как и в русском Следующее существительное la ruga marcina e le rughe marcini Questa signora anziana ha Танте руге. У этой сеньоры, пожилой сеньоры, много морщин. Танте руге. Много морщин. И еще у некоторых людей есть ил татуаджо, татуировка, ил татуаджо или ил пирсинг, ил пирсинг, так же самое как в английском и в русском. Окей, okay. продолжаем. Давайте прочитаем какой-то пример из литературы. Лизэмпи дала литература. Как всегда, я взяла свою любимую книжку. Гарри Поттер и ла Философа философале. Гарри Поттер и философский камень. Давайте прочитаем этот маленький отрывочек и сравним с переводом на русский язык, с официальным переводом в книжке. Тя петунья, aveva preso un paio di forbici da cucina e gli aveva tagliato i capelli talmente corti da lasciarlo quasi pelato, tranne per la frangetta che non aveva toccato per nascondere quell'orribile cicatrice. Ok, здесь у нас внизу есть перевод, то есть Тетя Питуня, а вева призоум паю ди форбичи да кучина. Форбичи да кучина это кухонные ножницы. То есть она взяла пару кухонных ножниц. Или а вева тальяту и капельи тальменте корти. И она ему отрезала волосы настолько коротко. Это дословный перевод. по-русски она обкарнала его почти на волосах. Да, um, ШАРЛО quasi pelato. Да, pelato по-итальянски, вы видите, оно выделено одним и тем же цветом. Pelato это как раз значит лысый. Pelato, Лысый. Еще можно заменить на слово calvo, Лысый. То есть, сенса capelli, без волос. ТРАННЕ ПЕРЛА франжета То есть, она кроме... Эм, Cromi ciolchi, tu sei una stavola a tolca la frangetta, a tos, ona, sam e la ciolca. Tu sei una Ivone Lessamp, e tu sei la tolca ciolcu, la frangia, ili la frangetta, in italian schi ciolca, che non aveva toccato per nascondere quel orribile cicatrice. Se tu hai una crogla, tu sei una crogla ciolcu, la crogla. чтобы спрятать этот ужасный шрам. Орибиле чикатрече. Опять же, чикатрече, помните, это шрам. Окей. Давайте посмотрим дальше. Давайте потренируем описание с теми словами, которые мы уже выучили. Мы выучили некоторые прилагательные, которые описывают волосы лицо, то есть форму лица, цвет кожи и какие-то отличительные черты. Давайте скажем. Questa ragazza ha i capelli. Какие у нее волосы? Давайте попробуем, если я смогу написать. Questa ragazza ha i capelli Rossi. No? Cattivi unie, soprattutto che sono i lunghi, ondulati, anedlinie, valniste e folti e gustie. Questa ragazza ha i capelli rossi lunghi, ondulati e folti. Ok, дальше. A che cosa ha il suo liceo? Questa ragazza ha il viso. Come pensate che è? Io direi che ha più quadrati. Questa ragazza ha il viso quadrato. Ok. E questa ragazza ha la pelle. Qual è la sua cosa? Lei ha la pelle molto chiara. Quasi, ha un'è molto chiata, quasi lattacea, dovete, diciamo. Lei ha la pelle molto chiara, quasi lattea. Io надеюсь вам видно. Ha la pelle molto chiara, quasi lattea. Ok. Qualche

E c'è ragazzo, Gli un padrone Questo ragazzo Questo ragazzo ha i capelli che uni o Questo ragazzo ha i capelli corti, carotkie, da? Corti ricci Кучерявые, фолти, густые и молото скури, например, и очень темные. Окей. Okay. Дальше. Какое у него лицо? То есть какая форма лица? Кустурагацу, а Ильвизу? Давайте скажем, что у него удлиненная форма лица. Questo ragazzo ha il viso allungato. Ok. E дальше, che cosa ha la sua pelle? Questo ragazzo ha la pelle olivastra. Давайте diciamo che ha la pelle olivastra. Ma non è neanche scura, quindi diciamo che è olivastra. Questo ragazzo ha la pelle olivastra. Окей. Кульки сенью о Осо. Forse un piercing. So, no, Это вообще как сережки. Ну, ладно, не будем писать никакую отличительную черту. Хорошо, давайте дальше продолжим. Если у вас какие-то есть вопросы, то вы, конечно же, пишите в комментариях их и будем отвечать. Окей. Okay. Um, следующее это la fronte, la nostra fronte, наш лоб. И какой же может быть лоб? La fronte. Come può essere la nostra fronte? La fronte può essere alta. Прилагательное alto – это высокий, понятно? Конечно же и лоб может быть высокий. La fronte può essere alta. La fronte alta. oppure la fronte bassa niski lop la fronte bassa poi esiste anche la fronte sporgente vypuklyy lop la fronte sporgente glagol sporgere sporgere e vystupat a ah, la fronte sporgente vypuklyy lop следующая прилагательная Interessante. La fronte stempiata, lob zalysinami. Alcuni uomini hanno la fronte stempiata. Ogniquattr'ech mushchin lob zalysinami. No? La fronte può essere anche rugosa. E la fronte che ha tante rughe. Pommite ruga. La ruga marcina. La ruga e la fronte che ha tante rughe et lop, u kotoro yes mnogo La fronte rugosa, dire lop smorshinami, la fronte rugosa. La fronte può essere anche aggrottata. Aggrottare il verbo il значит, вот это questo. Chmurit. agrottare, Aggrottare la fronte. Chmurit l'op. E andiamo a Sprava le immagini. A destra abbiamo queste ragazze. Ok, vediamo. Questa la prima ragazza. Ha la fronte alta. Si può dire ha un La fronte alta sporgente un po sporgente ok e poi questa signora uh, questa signora anziana ut, u ete uh, uh, che fronte ha questa signora anziana lei ha la fronte alta mio un bussoki rugosa Smorcini e aggrottata. Questa signora ha la fronte aggrottata. Una Sembra molto preoccupata o anche triste. Anna кажется, что она чем-то э взволнована или даже она Ok. E poi questo signore, vedete la foto in bianco e nero? черно-белое фото, lui ha la fronte да, у него высокий лоб, e anche la fronte стемпята, у него лоб с залысинами, la fronte стемпята, ok, давайте посмотрим дальше, мы уже дошли до бровей и до ресниц, le sopracciglia Le chilia. Le chillia это ресницы, а брови это то, что находится над ресницами. <laughs> Очень все логично в итальянском языке. Sopra это значит над. Sopra над ресницами. То, что находится над ресницами. <laughs> брови. Le sopra Кстати, одна ресница это il chilio. А в Во множественном числе. Это у нас женский род. ЛЕ ЧИЛЛЯ. Ресницы. Окей, okay, давайте посмотрим, какие могут быть вообще брови в итальянском языке. Как мы их можем описать? Какими прилагательными? ЛЕ СОПРАЧИЛЛЯ possono essere ДРИТТЕ. Прилагательное дритту Прямой. То есть брови могут быть прямые. ЛЕ СОПРАЧИЛЛЯ ДРИТТЕ. ЛЕ СОПРАЧИЛЛЯ... Следующая прилагательная. Possono essere от ali di Очень, конечно, странная прилагательная. Буквально переводится на русский язык как крыло чайки. То есть вы вот это вот сейчас популярная форма бровей, как крыло чайки. Иль габьяну это чайка. Le sopracciglia ad ali di gabbiano. Il prossimo variante, il prossimo adagio. Le sopracciglia possono essere folte. Vi ricordate che abbiamo già capito questo adagio? Gusto. Cioè, grosse braccia. Le sopracciglia folte. O, al contrario, sottili braccia. Le sopracciglia sottili. L'adagio sottile, sottile. Le sopracciglia sottili. E, no, a ghiaccio, io stavo le sopracciglia tatuate. Cioè, quando tatuasci bravi. Uh, questa ragazza, per esempio, ha le sopracciglia ad ali di gabbiano. Uno è questa uh, forma, l'ala, <laughs> <crıla>, ciachi, <çayki>, ubravi. <laughs> alle ah, sopracciglia ad ale di gabbiano queste sopracciglia sono anche folte vero? cioè i suoi gusti onione um, brovi ok? e vediamo che possono essere le risinie le ciglia da? anni possono essere anche gusti e folte le ciglia possono essere folte ЛИЧИЛЛЯ ЛУНГЕ, длинные ресницы. ЛИЧИЛЛЯ ЛУНГЕ. И могут быть ЛИЧИЛЛЯ ФИНТЕ, фальшивые или как нарощенные ресницы. Приклеенные, то есть, ну, не настоящие, фальшивые ресницы. ЛИЧИЛЛЯ ФИНТЕ. Вот видите этого сеньора здесь на картинке? Это какой-то у нас актер. Uh, qui c'è, vediamo, un attore uh, un qualche artista uh, di un teatro, per esempio, e lui si sta mettendo le ciglia finte. Da? Un si viene addivato, ricrippiato, fa il scivere Lui si mette le ciglia finte. Ok, dovete dare il sopradoso. Следующее существительное это легкие. Наверное, самое важное. Легкие и очень много, очень много прилагательных. Как мы можем описать глаза? Легкие. Здесь у нас все прилагательные в множественном числе, числе да? потому что, когда мы говорим про, про глаза, Ma говоримо в множинному числі. Gli occhi possono essere grandi, balcei glassa, oppure al contrario, gli occhi possono essere piccoli, maniche. Следующий вид глаз. Gli occhi a mandorla. Mindeli vidne. La mandorla eto c'è mindal. Gli occhi a mandorla, mindeli vidne glassa. легкий очи, с сре, круглые, глаза. Или можем еще сказать, ротонди. Предлагательное, тондо и ротондо, это одно и то же. Круглый, круглые глаза. легкий тонди, или, легкий ротонди. Окей. Okay. Дальше. легкий очи, Глаза на выкате. Кстати, попадалась нам уже э, с альбом. Давайте посмотрим. Спортженте. Помните? на фронте sporgente. Выпуклый лоб. И также само выпуклый. Ну, мы, скажем, на выкате. Легкий спортженти. Вот. Легкий Спордженти. Записали уже глагол спорджере. Это выступать. Um, следующее прилагательное. ЛЕГКИ инфосати. То есть глаза глубоко посаженные. То есть наоборот. Лёки инфосати. И следующее может быть лёки виспи. Лёки пьени ди вита. Пьени ди энергия. Лёки мольто вивачи. То есть это все синонимы, и они, и это значит живые глаза, полные жизни. Легкий виспи или легкий вивачи, то есть полные жизни. И или контрарио, то есть наоборот, может быть легкий спенти, погасшие глаза, выключенные глаза. spento вообще это выключенный. У нас может быть телевизор, телевизор выключен не работает. И также может быть глаза. легкие спенти, выключены, погасшие. Окей. Okay. И цвета. Ну, здесь это самые такие распространенные цвета глаз. Могут быть легкие адзури, то есть голубые глаза, или легкие челести, небесно-голубые, то есть цвета неба. Челести. I Sushi Food Blu, Sinie, gli occhi verdi, Zilione Glasà, gli occhi grigi, siere, gli occhi marroni, Carie, e gli occhi neri, Ramcione, Volase. Glasà. Vedete queste due ragazze sull'immagine? Questa ragazza a sinistra ha gli occhi abbastanza piccoli. un po' spenti forse e celesti Да, у нее небольшие маленькие глаза немного погаши ну не то что погаши он по тристи форсе немного грустные и e челести небесно-голубые да или голубые легкие челести E questa ragazza a destra, sprava, o ha gli occhi grandi, tondi, vispi, diciamo, e marroni quasi neri. Ue te, devoshki, sprava, ue balshie, kruglie glasa, gli occhi tondi, krugle. Давайте скажем, полной жизни. Ну, в принципе, тут <laughs> не совсем различаются эмоции, ладно. Легкие виспи, полной жизни. И морони, квази neri. Карие, то есть коричневые морони, почти черные. Quasi neri. Окей, давайте дальше посмотрим. Давайте прочитаем пример из литературы. Опять же, у нас тут э, наш Гарри Поттер. Dadley in la traduzione russo. assomigliava molto a zio Vernon. Aveva un gran faccione roseo, quasi niente collo, occhi piccoli di un celeste acquoso e folti capelli biondi Элищи, li pendevano testone. И теперь давайте прочитаем э, так скажем официальный перевод на русский. То есть дадли был очень похож на дядю Вернона глагол быть похожим ассомиляре. дадли ассомилява а ВЕРНОН быть похожим на ассомиляре А. И мы видим красным выделенным крупное розовое лицо. Здесь по-итальянски un gran faccione rosio. это лицо. Я уже говорила, что это разговорный вариант. Faccione – это еще более разговорный вариант, почти что рожа. Rosio, то есть розоватого цвета. Faccione rosio. Отсутствие шеи, по-итальянски quasi niente collo, то есть почти без шеи, да, il collo, это шея, occhi piccoli di un celeste acquoso, водянистые голубые глазки, да, здесь похоже, э, перевели, да, маленькие глаза э, небесного водянистого цвета, так скажем, и e folti capelli biondi lisci, да, и густые светлые и прямые волосы. Не, вот в русском переводе не добавили прямые. Лищи прямые. Ну, точнее, они потом это добавили ровной шапкой, облеплявшей большую, большую толстую голову. Ну, да, гран тестоны, это голова, а, тестоны, так как здесь описывают прям такого большого человека, они сказали не теста, Просто голова, тестоны, как огромная, башка, тестоны. Окей. Глагол пендере, пендевано, глагол пендере, это значит свисать. То есть его волосы свисали. Окей, давайте дальше. Эм, потренируем описание еще раз. Здесь у нас новые наши существительные. questa ragazza ha la fronte che è un tutto tax, questa ragazza ha la fronte, un dovete scusare un viso che ha la fronte alta, ok. Questa ragazza ha le sopracciglia, che è tut tutto um, brovi, le sopracciglia. Давайте скажем, как крыло чайки. Вот я не помню, как, как мы это скажем по-русски. Вот вот этой его вот формы. Домиком, что ли. Лесу ад Али. Ди. Габьяну. Опять же, габ Иль габьяну. Чайка. Ле Али. Это крылья. Ад Али ди габьяну. По форме крыла чайки. Как-то так. Лечилья. Какие у нее тут ресницы? Давайте скажем длинные и густые. Лечилья лунге и фольте. И легкие глаза. Большие, полные жизнью, темные глаза. Легкие, гранди, Polline gisne, vispi o, ricordate, ho detto vivace, gli occhi vivaci e marroni, carie, a ah, gli occhi grandi, vispi oppure vivaci e marroni. Ok, tutto è semplice. E il prossimo, proviamo a descrivere questo ragazzo.

Да. Um, ALTA ESPORGENTE, ну не совсем он выпуклый, ну ладно. LE какие у него брови? Давайте скажем, что они густые. LE SOPRACCIGLIA FOLTE, густой, густые брови, LE SOPRACCIGLIA FOLTE. Le какие у него ресницы? Давайте скажем короткие. ЛИЧИЛЯ. КОРТЫ. Помните? Корто-короткий. Легкий. Давайте скажем большие небесно-голубые глаза. И давайте скажем, что они немного грустные. КУЙСТУРАЯЦУ. А. легкий Гранды, немного грустные. Не, давайте скажем небесно-голубые. Как как это будет? Целести, да? Гранды, целести. Понятно почему небесно-голубые, потому что il cielo, cielo это небо, да? Il cielo. А целесте небесно-голубые. легкий гранди, гранды, и немного грустные. Эдумпо тристи. Эдумпо тристи. Или мы можем сказать погаши, спенти. Или мы можем сказать задумчивый взгляд, задумчивый. пенсирози, пенсирозо задумчивый. пенсирози. Окей, okay. не буду вас загружать. Дальше uh, давайте пройдем сегодня вот эти вот, uh, вот этот последний слайд, и будем тогда останавливаться, потому что уже мы долго ведем наш uh, стрим. И в следующий раз мы продолжим и посмотрим uh, нос, рот и так далее, как будем описывать. Сегодня посмотрим. La guancia, то есть это щека по-итальянски. La А щеки le guanche. La guancia. Le И еще существуют ли дзигоми. Это скулы, ли Давайте посмотрим, какие могут быть щеки. Как мы можем их описать, какими прилагательными. Le possono essere rosse. Krasne ну, le guance rosse. Le guance possono anche essere paffute. Paffuto è da pucli. Le guance paffute. O al contrario, наоборот, Le guance possono essere scavate. Pucli è cioè, Tu sti saffiemnie le guance scavate. Se uh, si scavare è una capace, la capace cioè amore. Quindi non si scavate Le guance possono anche essere con le fossette. già la marancia di papadella, quindi è una cosa che la fossetta è una cosa Ле Гуанче кон А лидзигоми скулы могут быть какие? Могут быть пронунчати, выступающие или выразительные скулы. Лидзигоми пронунчати или non-пронунчати, невыразительные, невыступающие. И давайте посмотрим вот этих двух, двух девушек. Ok, la ragazza a sinistra ha sto sliva. La ragazza a sinistra ha le guance scavate da un spallish shocki e gli zigomi pronunciati, i skull unya выразительные выступающие, da? Le guance scavate e gli zigomi pronunciati. Ok, un'altra ragazza che si trova a destra, l'altra è la divusca sprava. Questa ragazza a destra ha le guance rosse, unioi rummiane, paffute, puffle, da? e gli zigomi non sono pronunciati, i scule, i desni, sono... i Anni a zuzuru le guance, insomma, lei ha le guance rosse e paffute e gli zigomi non sono pronunciati. Ok, d'accordo. Siamo grazie. Io se avete vostro video, se vi piace nei commentari, seconda parte этого стрима, где мы рассмотрим, что у нас осталось. Осталось у нас еще нос. Там очень много прилагательных. Мы его потренируем еще... Потренируем наше описание на картинках. Посмотрим еще несколько примеров из литературы в следующий раз. И посмотрим еще, какими прилагательными мы можем описать, например, губы, рот и подбородок. И еще в следующий раз, если вам очень понравится эта серия видео, а если вам понравится, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, что вам именно нравится, или что бы вы хотели добавить. Поэтому, если вам такой формат зайдет, мы еще опишем вообще все телосложение людей, то есть научимся описывать тело людей и телосложения, <клых> <клых> и на разных примерах также окей okay, поэтому э, всем спасибо э, мы увидимся <с Och throws> в следующий раз э, все новости по поводу следующих стримах э, стримов будут будет в, в телеграм группе Ссылка будет в описании, или вы можете видеть на экране название нашей телеграм-группы, телеграм-чата, присоединяйтесь, если вы еще не присоединились. Там мы учим итальянский язык, и кроме всех новостей по видео, я еще выставляю много чего полезного для изучения итальянского языка. И всем спасибо, всем апресто, всем до скорого, чао, пока-пока-пока, чао. Пока.